Рассчитываете вы на помощь государства при стихийных бедствиях? Я не рассчитываю на помощь государства, нашего государства при стихийных бедствиях. Рассчитываю только на себя. Вспоминаем Крымск, вспоминаем Дальний Восток в настоящее время. Кто кому чем помог? Никто никому ничем не помог, только сами на себя рассчитываем. Да, ну, конечно, хотелось бы верить, надеяться на помощь государства, но если вспомнить события вот наших соседей в Краснодарском крае в прошлом году, когда губернатор, достаточно долго находящийся у власти, Александр Ткачев, сказал, ну, отчаявшимся уже, наверное, самым отчаявшимся людям, а что, надо было каждого обойти из жителей Крымска. Поэтому иногда подобные фразы властей заставляют задуматься о том, что все-таки надо надеяться и на себя. Хотя я полагаю, что может мы и придем к тому, что государство наше социальное должно заботиться о своих гражданах, и в том числе в чрезвычайных ситуациях. Я затрудняюсь прямо ответить на этот вопрос, потому что если вспоминать события в Крымске недавние, то на первый взгляд государство сделало достаточно много для того, чтобы помочь людям, попавшим в такую тяжелейшую, трагическую ситуацию. Это с одной стороны. А с другой стороны, были, очевидно, какие-то структуры, которые постарались все сделать для того, чтобы выжать максимальные доходы из этой помощи государства. И какая часть дошла реально до людей, сказать очень трудно. Поэтому, если говорить глобально о том, можно ли надеяться на помощь государства, то получается, что одной рукой правительственное государство дает, а потом самые разные структуры того же государства это отбирают. Да, ну, у нас таких людей нет, которые рассчитывают на помощь государства. Наивных не осталось. Если даже в советское время, в общем-то, люди не рассчитывали. Хотя на генном уровне это сидит до сих пор. Вот мне приходится выезжать, встречаться с людьми, и вот нам положено это, дайте нам это, крутите нам лампочку и прочие вот такие мелочи, они хотят, чтобы им кто-то делал. И не пытаются проявить инициативу здесь. Но по большому счету люди все сильнее привыкают рассчитывать на самих себя. Вопрос трудный, хотя вроде на него и есть ответ. В принципе, как показали некоторые события, государство помогает людям, попавших в беду. Но, опять-таки, это может быть не всем и не всегда. Ну, я стараюсь рассчитывать на себя. Да и думаю, каждый человек тоже ж думает. Есть у нас страховые общества. Машину мы все страхуем. А вот жилье не все. Например, у меня жилье не застраховано, а машина застрахована. А мало ли что случится, ну как-то, видите, то ли голова еще не сложилась так, что можно страховать все, как на Западе. А на государство у нас подсознательно надежда есть еще со времен Советского Союза. Хотя, как говорится, многое поменялось в этой стране и в нашей жизни. Ну не знаю, ответ, да, я рассчитываю, но лучше бы этого не случилось.